Сегодня главный страж дорожного порядка в районе Дмитрий Цых стал инициатором и организатором необычного урока для первоклашек. И провести его решил не в школьном классе, а на улице. Практическая деятельность развернулась прямо на пешеходном переходе. Смотрели направо, машину пропускаем, все, пошли дальше. Не перебегаем, идем пешком спокойно. Ребята учились правильно ориентироваться в дорожной обстановке в районе школы под пристальным наблюдением начальника госавтоинспекции. Он, в свою очередь, рассказал детям об ошибках, которые допускают пешеходы при переходе дороги, а также о возможных опасностях и дорожных ловушках, которые могут встретиться им по пути в школу, и в особенности при переходе проезжей части. Майор полиции объяснил, почему опасно играть за пределами ограждения от проезда транспорта территории и разговаривать по телефону во время движения. Первоклассники – это самые уязвимые участники дорожного движения, у которых еще нет ни навыков, требований правил дорожного движения, навыков перехода проезжей части, движения по дорогам, при движении в школу, со школы домой. Поэтому сегодня мы провели практические занятия с первоклассниками, прошли по безопасному маршруту, где было на практике показано, как переходить проезжую часть, как двигаться по тротуарам. Было разъяснено, что запрещается играть вблизи проезжей части, чтобы обезопасить жизнь школьников. Подобные уроки, отмечают педагоги, как правило, приносят лучшие результаты, чем обычные лекции и беседы. А закрепить полученные знания и умения ребята смогут, повторив безопасный путь, уже сегодня по дороге домой. Евгения Логинова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны».